Вот эти фотографии сняли очевидцы около 7 часов утра. В это время и случилось ЧП. Дерево на автобус упало в момент его движения в районе санатория «Заря». Опытный водитель вовремя среагировал. В салоне автобуса 120-го маршрута, который двигался из Мацесты на ЖД вокзал, было не больше 10 человек. Никто не пострадал. Что касается автобуса, который принадлежит компании «Сочи Автотранс», сам автомобиль пострадал незначительно. Удар пришелся в основном на лобовое стекло. Случай такой неординарный. Такого никогда не было. Обычно те маршруты, которые у нас есть, и деревенские маршруты, вот, куда наши автобусы едут, они обычно, если говорят, что там-то у нас проблема с проездом, выезжает наш Павел Викторович, это начальник службы безопасности, выезжает на место, смотрят, они делают обрезку, вот, то есть, чтобы не царапались автобусы, чтобы нормально был проезд. А это неординарный случай. Кто виноват в ЧП, еще предстоит выяснить. Автобус застрахован, он находится на гарантии, поэтому будет отремонтирован и выйдет на линию уже в ближайшее время.